Задача сотрудников МЧС в рамках практической части смотра конкурса на лучший пост радиационно-химической и биологической защиты – как можно быстрее и правильнее надеть специальный защитный костюм. Это и противогаз, штаны, и куртка с капюшоном из прорезиненной ткани. Затем во всей этой экипировке нужно было спасти условно пострадавшего из непригодной для дыхания среды. И только после этого осадить к земле и обезвредить химически опасное вещество. Кроме того, сотрудники МЧС прошли и теоретическую часть. Участники смотра конкурса отвечали на вопросы в билетах. Всего в соревнованиях приняли участие 6 команд. Это сотрудники пожарно-спасательных частей 1, 2, 3, 53 города Владимира, 26-й пожарно-спасательной части Суздаля и сборная команда Собинского гарнизона. По итогам соревнования лучшее место заняла 26-я пожарно-спасательная часть. Второе место заняла 2-я пожарно-спасательная часть и третье место заняла 53-я пожарно-спасательная часть.